учителя скульптора, живописца, музыканта, поэта. Творческий подход – это непременное условие его работы, основное. Со скульптурами Георга Геворкяна, свердловского скульптора, я познакомился на выставке. Мне очень понравились его скульптуры. В них есть музыкальность, есть пластика, близкая к музыке, есть очень интересный ритм. За, казалось бы, такими условными фигурами и образ реального мира, и образ очень сильный, эмоциональный. Видно, что личность неординарная. Личность художника, личность, в сущности, поэта и музыканта, потому что любой художник, с моей точки зрения, это прежде всего поэт.